Программная статья главы государства Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» посвящена исторической задаче развития современного Казахстана. Повсеместное внедрение цифровых технологий придаст импульс развитию традиционных базовых отраслей путем обеспечения роста производительности, повышения их конкурентоспособности, в том числе на международном рынке. Особенно важно, что перед казахстанским обществом поставлены конкретные меры в виде различных проектов, каждый из которых будет воплощать идеи лидера нации. С этого года, вы знаете, добавление вот к регистрации юридических лиц. В 2016 году мы ввели полностью электронную регистрацию, то есть субъект предпринимательства может зарегистрироваться в течение часа посредством интернет-портала ЕГОВ, при этом не обивая пороги ЦОНов либо других учреждений. Если есть под рукой интернет, то в течение часа мы регистрируем эти. С начала этого года еще добавились услуги по перерегистрации, а также ликвидации юридического лица.